Поехали. В общем, они, возможно, бросили тот фланг. Я не знаю, это или правильно. Попробуем здесь пропетлять. Сейчас мы или высветим все и все. Или сейчас от всех отгребем. Вот, красавчик, поехали. Так, ну наши, в принципе, там как бы их много, хорошо стоит, я думаю, там, блин, если даже у них там вся команда, они не должны это. Прорыв. Пропустить, то есть, ну как бы сдержит их. Вот, вот это интересно уже, откуда же тебя убили, родимый? Блин. Вот. Наконец-то хоть кого-то засветили. Я надеюсь, я отсюда тебя высвечу, чтоб не отгребсти. Ну, развали этот сарай. Во, лучший, красавчик. Сведение у меня жесткое, конечно. Альфа приятная, да? Куда ты, дружище? Что ты передумал? Стреляй, братан. Еще раз. Развали этот домик. Два выстрела, приятно. Блин, альфа действительно классная такая. Оп! Эти мелкопузые третьего уровня на два выстрела. Прикольно. Откуда ты там? Ой, сколько же вас там. Блин. Их как бы надо слить. И я отсюда взад могу выгребать. Да, выгребаю взад. Нельзя так вальяжно. Нельзя так вальяжно. Давайте тогда. Блин, ну там Валентайн, в принципе, фиг с ней. Она когда доползет до меня, ничего не поменяется. А вот здесь надо подзачистить, наверное, так. Территорию. Не, ну приятно, да, с такой альфа играть на четвертом уровне, блин. А ты ко мне приехал. Нет, она там же. Блин, вот не люблю, когда меня пересвечивает. Вот честно, вот. Так, ну все, путь свободен. Теперь меня с двух сторон не окружат, можно ехать вперед. Ну, хотя тут уже выиграли, блин. Не, ну неплохой танчик. Для песка как бы нормальная тема. Вот это альфа. Вот это согласен. Так, ну а теперь вопрос number one. Достанется ли мне воин, как вы думаете? Я думаю, что никто не оставит мне воина. Слушай, для первого боя это слишком жирно будет взять воина. Так, кто тут со мной едет? Валентайн, медленный. Хотя я доберусь первой. Союзная арта по рации ей не хватит. Фух, воина хочу. Как же хочется воина. А сейчас мне ваншотит арта, посмотрите. Фух. Вот воин мой, да? Да! Ребят, честно, вот в консольную группу, когда выкидываю мастеросов, да, то есть там в первый день продаж танка, блин, пишут там, в первый день там постоянно мастера легко взять, там ля-ля-то поля на танке.
Вот, ну, особенно в день его продаж. Тот сейчас там выложу этот видос 100%, но я выложу, в группу напишут: «Та, первый бой на танке, всегда взять легкомастера». Ой, блин, короче, ну, блин, такая тема скучная. Ну, скучный бой получился, но нормально, да, так. Блин, ну, прикольно. Не, мне понравился танк. Вот я не знаю просто, какой у него уровень боев, сейчас мы это посмотрим в группе. Ну, блин, ой, в группе, в ангаре. Ну, реально, если у него еще какой-то льготный там уровень боев, шестым не попадает, блин, ну, танк удовольствие. Это танк вообще. А, нет, уровень боев 6, да, кстати. Ну, тогда да. Тогда да. Тогда получается да. То есть с шестыми это более страдания, а вот а в топе просто нагиб. Нагиб, нагиб за деньги. Ребят, лайкосик за воина, я думаю, если вы заценили. Вот. Спасибо.